Меня зовут Елена Пантелеенко. Я стилист по волосам, колорист, преподаватель, технолог. Я сама бухгалтер по образованию. Когда мы жили до войны в Донецке, я работала бухгалтером, была начальником отдела по бухгалтерии. А в парикмахерство уже я пришла, это был 2016 год. Мы тоже переехали, на тот период мы переехали в город Сумы из Донецка, но мы уже считались внутриперемещенными лицами. И на тот период уже у меня возникла мысль о том, что нужно чем-то своим заниматься. Мне нравилось все, что связано с волосами. Сами прически, укладки различные. Я решила пойти, да, на прически вначале с укладками, затем уже на колористику. И здесь уже тоже определенную часть в моей карьере сыграл бум, потому что Сумы маленький город, и там клиентов найти не было сложности. Был просто вопрос с тем, что нужна студия и нужно оборудование. Сложилось так, что когда я проходила курсы по колористике, позвонили с МОМ, да, с международной организации по миграции, и предложили написать бизнес-план, защитить, если мы защитим, нам дадут помощь на оборудование. Все пазлы собрались в один. И благодаря этому я открыла кабинет, приобрели мы на тот период мойку, кресло, гримерное зеркало, все для того, чтобы начать. И так меня уже затянуло, теперь уже я переехала в Минск, я уже стала преподавателем-технологом по колористике. Благодаря тому, что с Нового года новые законы здесь приняли, я открыла уже профналог. Теперь уже я с марта месяца спокойно могу работать на коворкинге, ну то есть на аренде, принимать клиентов и развиваться. Сейчас наше время очень востребован и много информации, да, люди берут через Инстаграм в основном. Я обратилась в МОМ, да, с помощью в обучении SMM-специалистам. Сейчас прохожу обучение по SMM, потихоньку внедряю уже все нюансы, касающиеся именно Белоруссии, именно это Минск, для того, чтобы выйти уже на клиентов именно здесь, местных. На ближайшее будущее мне бы, конечно, хотелось развиваться дальше как мастер-преподаватель. Хотелось бы, конечно, открыть свой бьюти маленький кабинет, может маленький, может не маленький, да, принимать клиентов, принимать учеников, развиваться в своей сфере, потому что я уже пришла в осознанном возрасте, мне это очень нравится. Сейчас моя душа все равно в Украине, понятное дело, потому что ты там родился, ты там жил, ты там развивался. Вот. Здесь мне нравится то, что люди открытые, люди идут на контакты, люди всегда поддерживают, понимают, нет какого-то недопонимания. Да? Люди очень добрые, отзывчивые.